Ничего, я спою сам, а вы, если что, подпеваете, потому что вы хорошо участвуете, хорошо хлопаете. Спасибо вам. Не хватает денег на обед, не хватает денег ни на что. Давно зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, хлопай, привокзальные зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, о, не, я даже не вижу зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики. Получаешь ум большой, умножаешь ноль на два, даже самая беда. Вместе зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, оу, я, зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики. Это пауза. Вот девушка, вот девочка в черном, да, хорошо поет. Можешь к нам присоединиться? Да, Настя, да. Настя больше всех знает эту песню, я не знаю откуда, но она ее поет. Становись, Настя. Молодец, зайчик пришел тоже. Это главный персонаж, да. Если есть кто-то, единорог тоже может к нам присоединиться, нет? Боишься? Ты не знаешь зайцев? Ну, хорошо. Но мы продолжим тогда. Сейчас я спою последний куплет, а потом будет припев. И слова те же самые. Зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики. И... Переходят, я пою песню за унылую. Не хочу я зайцем быть, но мой карман мне говорит. Зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, оу, не, вместе зайчики-чики. Зайчики-чики, привокзальные зайчики-чики, оу, не, зайчики-чики. Вы поете очень хорошо. Спасибо большое.